Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Всем спасибо. Приятного аппетита. Давайте это делать вместе. У меня сегодня такая вкуснота. Ну, как обычно, как обычно. Так, сказала, да, приятного аппетита. В общем, смотрите, что у меня. Сосисончики. Конечно же, я же вам обещала сосисончики. Ну, стандартно, салат. Огурцы, помидоры, редиска, лук, репчатый лист, салат, укроп, заправлено маслом. Половина на половину рафинированная, не рафинированная, короче, вонючая. Еще там чеснок. Три помидорки черри. Это меня угощали домашние, на балконе люди выращивают. И овощи тушеные. Ну, кабачок. Это не овощное рагу, ну, типа почти, можно сказать, овощное рагу. Ох, как хорошо получилось. Сейчас расскажу. Как остро. Ой, друзья мои, прям вкуснота. В общем, у меня здесь кабачок. Налила масло растительное на сковородку. Я почему рассказываю? Потому что меня постоянно спрашивают, как я готовлю, и я рассказываю. Масло, большую луковицу. Ну, так, немножечко обжарила, чтобы лук такой мягонький стал. Потом добавила кабачок. Форма произвольная. Можно резать, как вы хотите. Горчицка, как я говорю. И вот для сосисончиков. Перчик болгарский у меня там. И помидорка. И добавила я туда аджики. Такой вкус приятный. И еще меня угостили перчиком этим острым-острым чили, тоже на балконе выращивают. Я вот такой маленький кусочек отрезала, он вырви глаз просто. Я на язык попробовала, мне язык потом долго жло. Я прям вот маленькую пипочку положила сюда, и прям у меня сейчас горит все во рту. Прям остро, но вкусно, очень вкусно. Ну, короче, я, походу, делаю шаурму, так и не сделаю. Съем этот соус без шаурмы. До шаурмы он меня не доживет. Так что вот так вот. Перец, потом помидорка. Ну, когда выключила, я уже добавила, выдавила чеснок. И укроп добавила. Все. Сосисончики. Кто их ждал? Я люблю сосиски. А сосиски любят меня. Вот он, этот кусочек. Я не знаю, его можно сейчас есть, или он такой же острый, или он уже отдал всю остроту. Вот такой вот небольшой кусочек я. Но я его на всякий случай есть не буду. Вот так, друзья, овощи. Кому не нравятся дымы, салфеточки, скажем так, вот такая еда, ну, я не ем другого, поэтому зачем? Я знаю, что у меня есть зрители, которые любят такие видосы, поэтому... Кадр для шорца. Идеальный. Согласна? Ну, сильно. Такая гроза была на улице, страшно. Ух, вообще. Гремело, сверкало со всех сторон. Ночью, в общем, был такой туман. И он так интересно надвигался. И вот я поздно легла, где-то часа в 3, смотрела в окно. И, знаете, как будто бы какая-то, я не знаю, как будто бы где-то пожар был, вот такая вот белая пелена шла. Но потом оказалось, что это просто туман. Вот.
А вот днем уже была у нас такая гроза. Лил ливень. Гремело, сверкало страшно. Так что вот. Сейчас солнышко светит. Вот все хорошо в салатах с маслом. Ну, масло по подбородку бежит. Надо, наверное, просто аккуратнее есть. Не умею аккуратно. Я же не в ресторане, в конце концов. Ну вот, понимаете, масло бежит по подбородку. Так, у меня закончились домашние листья салата. Помидорки черри. Сладкие. Вкусные. Ял. Надо будет покупать. Потому что, говорю, у меня листья салата домашние закончились, мне много было. Маминых. Вот. Жгет, как во рту все. Полыхает. Вкусно. Для меня вкусно. У меня спрашивали, каким парфюмом я пользуюсь. Вопрос был задан мне лично в комментариях. У меня сейчас я пользуюсь молекулой двойкой. Вот. Планирую продолжать ей пользоваться вообще. Я очень оклад люблю. Вот Ланвин. Я уже это много раз говорила. Уже много лет пользуюсь. Года с 2004 точно. Почти 20 лет. Он у меня как-то всегда был на полочке. То есть у меня помимо есть другой парфюм, да, там другие тюбики, баночки, бутылёчки. Но вот оклад всегда был. А сейчас не могу купить. Так что. В общем, кто желает прислать мне оклад, молекулу, с удовольствием буду принимать подарки. К 12 августа. Потому что день рождения 12 августа отмечать я не буду. Потому что мне 40 лет, говорят, 40 лет не отмечают. Вы что по этому поводу думаете, кстати, пишите в комментариях. Так что вот. Ой, у меня аж лицо начало гореть, короче, остро. Кто желает мне поздравить? Подарки, деньги, открытки. Все принимаю. Даже специально, наверное, сделаю страничку. Эту, заведу себя. Донат там какой-то там. Да. В идеале, конечно, бы еще стримы научиться проводить, но не знаю. У меня нет времени сейчас обучаться. Да и проводить их тоже у меня нет времени. Думаю, возможно, к осени. Потому что спрашивают у меня люди, будут ли стримы или стримы. Я не знаю, как правильно. Хотелось бы, да. Друзья, как вкусно. Очень сытно. Вот вроде кажется овощи. А все равно сытно.
ПП. Можно сказать, что это ПП. Да не можно сказать, это так и есть. Ничего лишнего. Помидорки шикарные. Что, съем я. Ну все, наверное. Я на этом закончу трапезу свою, потому что я объелась. Не хочу переедать. Это что мне сейчас надо. Идти по делам. Ну вот там все. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Я пришла готовить для вас новые мукбанги. Целовашки, обнимашки. Всех люблю, целую. Ваша Яна.